Take one. Нормально? Блин, да? Уже поздно, чувак. Ничего, только придется тебе с другой стороны так же сделать. И вот так придется сделать, все? Или вот так просто? А там как вот за ухом я не вижу, нормально? Если вот так оставить? Ну вот здесь я тебе подровняю просто. Давай, ну придется с той стороны так же. Ты сможешь так же сделать с другой стороны? Может я тебе просто вот это так сюда вот так продлю и здесь еще затылок подберу аккуратненько. Тёма, ты вот когда молчишь, меня это пугает. Мне раз страшнее, когда начинают учитывать. Тём, я и так уже Форрест Гамп, давай? Да, давай, теперь вот здесь. А как ты вот с той стороны сделал? Может, ты посмотришь сначала? А, чувак? А потом ебанёшь. Ёбаный эксклюзив, блядь! И чё? Ещё, ещё дальше продолжим. Вообще, иди продолжим. Да ты по... Пока тут всё очень, наверное, не видно. Пока я не вмешался в смысле. Чувак. Сейчас ты доверься мне. Я тебе... Лучший парикмахер в своей жизни. Индивидуальнейший подход. Вот этот индивидуальнейший подход меня и пугает. То есть ты хочешь быть как все, так а зачем ты пришел в мою мастерскую? Папа экспериментирует, он не стрижет мне волосы. Вообще вполне не нормально. Я вообще не знаю. Тёма!
чтобы симметрично было. Ну, оно более-менее симметрично. Нет, посмотри, вот здесь и с той стороны. Вот тут сбоку прям хорошо выглядит. Ну, а здесь сбоку. Хотя можно здесь сзади, вот здесь еще покороче чуть-чуть постричь, вот здесь. Вот это твой взгляд, с которым ты решил вот там чуть-чуть подстричь. Все? Пиздец? Или нормально? Чуть-чуть. Не могу. Не могу. Я фирменный знак, это, короче, немножко выстрелил блок. У меня вот здесь ты мне выстрел, да, там все? Я тебе выстрел чуть дальше вот здесь. Сильно. Но там не видно. Видно только, знаешь, в каком плане. Я, по-моему, вижу. У тебя вот так вот у стрелка нет, чувак. Ну ты чё? Да я вот отсюда вижу. Не, ну при этом там головы не видно, как бы у тебя, как у меня, например, там чуть-чуть. Ну у тебя, ну как бы... просто чуть покороче волосы. Если приказываться, конечно, ты увидишь. Надо, если очень долго, как-то... Если не знаешь, что я делал. Ладно, всё. Ништяк, канает. Давай посмотрим, что смотрит, чувак, правильно. Зачем? Войдет тебе?